В Пензе отметили День реформации. Наши коллеги побывали на праздновании Дня реформации в городе Пенза, о чем мы подробно расскажем в следующем сюжете. Пензенские протестанты отметили Всемирный день реформации. В церкви «Живая вера» прошло торжественное богослужение, посвященное событиям 1517 года, которые ознаменовали начало реформации и духовного преображения всего мира. Богослужение началось с хвалы и поклонения Господу. После прославления богослужение продолжил полномочный представитель начальствующего епископа Росхве в Пензенской области, пастор церкви «Живая вера» Сергей Киреев. В своей проповеди он напомнил присутствующим об истории Дня реформации, рассказал о сути и значении реформации в жизни стран и народов, а также каждого отдельного верующего. День реформации особо важен в жизни каждого евангельского верующего, потому что мы верим, что Господь реформирует наше сердце, Господь реформирует наш разум. Реформация ничего общего не имеет с революцией. Реформация – это возвращение к истокам, возвращение к корням.